Доброго времени суток. Хочу вашему вниманию представить интересный такой видеоролик, который мне подбросили буквально только что. Крутилка Слободяна работает, то есть магнитный генератор, который разработал в свое время Слободян, оказывается все-таки работоспособный. Почему я говорю, что оказывается? Потому что было время, что я очень сильно сомневался в том, что генератор Слободяна, он реально рабочий. То есть я пытался с Слободяном выйти на связь, он не пожелал со мной выйти на связь. Потом ходили слухи, и там несколько человек сказали, что Слободяна фейк. И вот буквально пару дней назад, я уже говорил, со мной связался кубинец. Сам он инженер-механик, научный кандидат научно-технических наук, или как-то там. Ну, то есть занимается физикой конкретно, то есть будет защищать докторскую и так далее. И вот сказал, говорит, на самом деле у Слободяна рабочий прототип. И вот чудо, вот этот рабочий прототип в Таиланде, вот мы можем видеть вот этого видео, этот магнитный, запрещенный, видим, да? Запрещенный, еще раз подчеркиваю, специально запрещенный магнитный двигатель, который работает на магнитном поле, поставили на электроскутер и ездят на нем. Без аккумуляторов, ну, то есть, как бы, вот такая вот вещь. Как это объяснить? Я не думаю, что вот он подключил тайландцев, целый конструкторский, и они там занимаются разработкой велосипедов, что это они там сняли фейк. И более того, вот этот человек, которому я, кстати, очень сильно доверяю, он сказал, говорит, реально, у Слободяна рабочая вещь. Говорит, это не фейк, это правда. Чтобы вы знали, вот сам Слободян. Видим, да, вот это он. И он разработал свой БТГ-генератор еще в 2010 году. Он попробовал его запустить в России. Ну, понятно, что это было нереально. Потом он поехал в Таиланд, потом был в Австралии. Говорят, что даже есть фирма в Австралии, которая делает вот эти вот БТГ и его генераторы. И они продаются. Вот он так вот выглядит, там на 10 киловатт, на 5 киловатт реально можно это все купить. То есть это более чем реально. Я когда поработал сейчас с вот этими магнитными как бы елочками, сейчас планирую делать вот этот Перендеево и так далее, я убедился, раз работает на постоянных магнитах, то на электромагнитах это подавно будет все работать. В этом нет ничего такого сверх аномального, понимаете? То есть вот смотрим, вот этот велосипед или это мопед, как это нельзя назвать. Самый интересный момент вот сейчас мы увидим, вот он выезжает, так вот он выглядит очень необычно. И вот он поехал на вот этом, смотрим. Смотрите, что здесь стоит, видите? Вот здесь непосредственно вот этот сам двигатель. Магнитный генератор, запрещенный магнитный генератор. То есть вот так вот он запустил. Вот сам здесь блок управления. То есть, скорее всего, что для старта наверняка здесь аккумулятор нужен. Но впоследствии он работает сам на себя, заряжает аккумулятор, еще и тянет электроскутер, скажем так. Ну что, будем наблюдать за развитием событий. Об этом БТГ-генераторе все-таки Слободян молодец, если это действительно так. А я больше чем уверен, потому что он множество его есть видео, которых я пересмотрел. Сначала я был очень сильно скептически настроен, я считал, что он снимает фейки.
Но реальность такова, что он все-таки сделал БТГ. Это гений-изобретатель, скажем так. Если это правда, значит, это просто гений-изобретатель. Вот такое вот видео на сегодня. Всем всего хорошего. До свидания. Всем счастья, удачи и процветания. Обязательно пишем комментарии, все, что мы по этому поводу думаем. Подписываемся на канал. Я всегда что-то новое рассказываю. Подписчики мне всегда что-то новое подбрасывают. Очень и очень интересное. Это видео просто шедевр. Так что распространяйте как можно больше. Пусть люди увидят, что оказывается большая вероятность, не буду говорить на 100%, что Слободян все-таки сделал самое настоящее БТГ. Счастья, удачи и процветания всем.